Здесь грабили все. Вот мы видим, въезжал танк, вот остались следы от гусениц. Проломлена изгородь, то есть они вот так вот проламывали заборы, пробивали калитки и заезжали, выламывали двери. Вот здесь тоже был какой-то пролом, здесь тоже заезжал танк. Такая надпись «Здесь люди», но это наивная надпись, потому что на самом деле она никого ни от чего не уберегала. И вот здесь тоже видим пролом, то есть проезжал, очевидно, тоже танком снесли. Вот здесь гусеницы, следы от бронетехники. Вот танком просто въезжали во двор, все сносили. Здесь стоит машина поцарапанная, побитая. И вот здесь они пировали. Вот здесь даже остались какие-то шмотки, тоже их тельняшки. Там это мы такое не трогаем, потому что здесь могут быть растяжки, да и вообще... Нафиг это надо. Ну и здесь вот разграбленное жилье чье-то. Все дома такие. Вот, ага, они бухали, здесь вытянули вискарь. Как бы. Вот разграбили все, что могли. Здесь какие-то игры вытаскивали. Вот стоит как настольная игра. Пытались украсть. Здесь вот какие-то тоже сумки лежат. Здесь вон тоже вещи вытянули. Это они жрали, сидели здесь. Вот тут... разгромлено все. Курили кальян, вытянули. Вот жрали свой паек. Русская армия. Здесь вон вытянули все, что спали, как животные. Вытянули матрас сюда, спали здесь. Мы не будем заходить дальше. Это чужое жилье. И тем более здесь может быть тоже заминировано все. Вон шампанское вытянули, но не успели выпить. Вот. Просто я показываю вам картину, как выглядит после этих свиней. Это натуральная вот орда просто дикарей, которая ворвалась, все крушила, грабила здесь вокруг. И вот эти дома, вот я показываю здесь, вот здесь все так, оно все вот так вот разграблено. Вот вытянули рюкзак чей-то, бросили. Как бы что-то унесли с собой, что-то не унесли.